Глава городского округа Красногорска Дмитрий Владимирович Волков провел традиционный еженедельный прием участников спецопераций и членов их семей. На этот раз к руководителю муниципалитета обратились находившийся в отпуске боец, а также супруга недавно отправившегося на фронт красногорца, который служит в группе разминирования. В обоих случаях требуется содействие в приобретении специализированного оборудования. По словам Оксаны, на встречу с руководителем округа она попала быстро, буквально через пару дней после того, как оставила заявку. Обратилась первый раз с целью помочь супругу и тем, кто служит с Красногорска вместе с ним. Им необходимо средство связи. Общение прошло очень хорошо. Дмитрий Владимирович сказал, что помогут обязательно. По итогам встречи глава округа поручил оказать содействие в приобретении запрошенного оборудования, которое будет передано адресатам в ближайшее время. Записаться на личную встречу с руководителем можно в кабинете 102 администрации или по телефону 8 495 562 3477 ежедневно в рабочее время.